Директор столовой ответит в суде за массовое отравление строителей Елизовского аэропорта. На полуострове завершено расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые возбудили после громкого случая на значимой стройке края. Там в декабре прошлого года ужин покосил работников подрядной организации «Стройтехноинжиниринг». Всего с диагнозом «острое пищевое отравление» госпитализировали 44 человека. По данным Россельхознадзора, людям испортил жизнь стафилококк, которым оказался заражен лагман, приготовленный из сомнительной говядины для строителей. Причиной большой неприятности, по словам специалистов, стали множественные нарушения санитарно-противоэпидемических норм и правил. Безответственное отношение к работе привело к попаданию токсигенного штамма золотистого стафилококка в готовую продукцию. Как рассказали в СКР, в рамках расследования уголовного дела проведены медицинские и судебные экспертизы в отношении потерпевших, по результатам которых установлен вред, причиненный их здоровью. Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.